Итак, мы стали с вами говорить о том, что наука 20-го столетия, 19-го столетия, 18-го, 17-го столетия, вот то, что называется наукой, где-то возникло там в средние века примерно. Там, когда жили Ньютон, Галилей, то, что сегодня называют наукой. И вот эта наука, к сожалению, то, что мы с вами можем наблюдать сейчас, она разъединяет мир. Как знаете, в свое время Гёте сказал, и алгеброй гармонию разъять. То есть вот есть гармония, знаете, такой вот, ну как вам сказать, листочек красивый. И вот чтобы его изучить, что с ним нужно сделать, ну с точки зрения науки? Нужно его разрезать на много частей, залезть вовнутрь молекулярной структуры, посмотреть там на все эти хлорофилл там и все, из чего он состоит. А от листочка-то уже ничего не осталось. Вот смотрите, как наука-то интересно с миром взаимодействует. Чтобы его понять, нужно разрушить этот мир. Вот в ядерную энергию сейчас наука, ну не сейчас, а какое-то время назад полезла. А психология то же самое. Многие техники современные психологические, это по секрету только никому не говорить, они подобны современным лекарствам, потому что в них вложена та же самая модель научная. То есть что такое современное лекарство? Ну, если вы хотите вылечить там из себя, не знаю, там печень, почки, вот вам лекарство. Как раз специально мы изучили печень, вот взяли, разрезали, посмотрели, какие там функционируют, что вот как раз это вещество печени нужно, чтобы она восстановилась. Так действует наука. Мы получаем с вами таблетку, да, мы ее пьем, печень начинает восстанавливаться, при этом ломота в суставах появляется, которую мы походу не изучали, мы же печень изучали. Но печень-то не живет сама по себе, смотрите, она же в едином организме. Она же связана и с суставами, и с нервной системой, и с кровью связана, и с легкими, и с сердцем. Это же целостный организм. Но наука до сих пор не исследовала толком целостности. Она взаимодействовала с отдельными частями мира. Вот, например, смотрите, экономическая наука. Да, вот есть экономика, финансы, вот они так функционируют. Но обратите внимание, современная экономика разрушает культуру, разрушает семью, разрушает здоровье человека. Разве нет? Мы же с вами это наблюдаем. Почему? Потому что законы экономики изучались отдельно от законов общества и отдельно от законов жизни человека, и вообще отдельно от законов Вселенной. Не было целостного подхода. Поэтому нам очень важно понимать, что мы с вами частичка мира. И если мы с вами хотим добиться успеха и счастья, мы же должны добиться этого в этом мире и понимать все взаимосвязи. Вот смотрите, например, вы плывете на яхте, и вы четко понимаете, вам нужно вот к тому берегу. Вот вы видите, вот цель, вот паруса надулись, скорость туда, все хорошо. Но знаете, а что если там рифы под водой? И просто вы наткнетесь на эти рифы, и просто пробьете днище, и просто утонете. Вы же должны, как мореплаватель, учитывать, что еще и под водой. Вам недостаточно просто видеть цель и видеть поверхность воды. Вам же нужно видеть всю целостную ситуацию, правда ведь? Ну хорошо. А если вы отправились, я не знаю, там какое-то дальнее путешествие морское, и не учли прогноз погоды, что завтра будет шторм, ну... Опять же, нам нужен целостный подход, нам нужно взаимодействовать со всем миром. И теперь смотрите, какая интересная деталь возникает. Мы с вами понимаем, что нам нужна гармония с миром, чтобы чего-то добиться. Но здесь столько разных факторов, которые действуют. И как же их все учесть-то? Как все предугадать? Вот этот вопрос, который мы с вами задаем сейчас, и на который постараемся ответить.